это скорее символ. Символ яркой, такой блестящей жизни простого брещанина. И в то же время это символ, который останется, наверное, в памяти всех учеников нашей школы, в память о Агриппине Дмитриевне Корват, маме Владимира Николаевича Корвата. В средней школе номер 8 о своем земляке знают все. Частые гости здесь его родные и близкие. Поэтому зажжение символической звезды в день рождения Владимира Корвата – это дань памяти не только бессмертному подвигу летчика, но и его матери, давшей жизнь и воспитавшей настоящего героя. Я горжусь своим братом. Это гордость. Гордость не только моя, а гордость всей Беларуси, как вы видите. Но это очень тяжело. Это приятно, приятно, но очень больно. Больно, больно. Он так любил жизнь, как и мы все. Памятную светодиодную звезду с размахом лучей более 1 метра установили на крыше здания школы. Зажигаться она будет в вечернее и утреннее время суток. Ее свет – значимый в плане воспитания момент. С высоты звезда будет видна всем, как символ подвига, который совершил Владимир Корват. Чтобы люди знали, что был такой герой, который спас людей в мирное время. Была память о нем. Для нас это как память школы. Мы сюда пришли, чтобы собрались на этом торжестве, чтобы почтить память умершего летчика, который отвел самолет от населенных пунктов, пожертвовав своей жизнью. В день открытия звезды Владимиру Корвату исполнилось бы 59 лет. Но 21 год назад в небе над Арабовщиной он сделал осознанный выбор – погибнуть самому ради спасения других. Теперь памятью о герое станет яркая звезда над его малой родиной. Хотелось какой-то яркой, необычной, как сама жизнь Владимира Николаевича, точки в том, чтобы увековечить его память. Ирина Альшова, Эдуард Бакунович, Антон Луговкин, телекомпания БУК-ТВ.